Ну что, всем салют. Первый день. Турнир. Смотрим. Так, что у нас здесь? Урон Титану. Ну, все стандартно. Почти уже зарабатываем 200 самоцветов. Уже на такой финишной прямой. Ну и, конечно же, не забываем собирать мясо. Оно здесь уже поднакопилось. Найдите рекрутов, у нас тут есть без жетончика. Ну да ладно. Будем тогда сейчас пробовать пробивать и смотреть вообще, что происходит. Оборона Е, это хорошо. Так, кем пойти? Можем взять красных. Вот этих вот. Не знаю, Джунаида смысла нет брать. Клыка чисто не хил, а чтобы он накидывал урон. Ну и тогда, соответственно, у нас правдоподобнее получается в плане того, сколько мы сейчас накидаем здесь урона. Отлично, пробили. Ну все, сейчас мы выиграем здесь этот бой. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Фиолетовых давайте заряжаем. Шархай. Так, кого мы здесь можем прижучить? Наверное, вот так сделаем. И накинем вот сюда, чтобы они не распространялись, так скажем. Как еще это назвать? Так, ну что, он сейчас откиснет, Джунаид. И нам накинут маны. И смотрите, как все рассчитано тонко. Прямо идеально. Идеальный тайминг. И мы побеждаем. Вот он, первый бой. Первый тапок. Да поехали. Также можно, конечно, синих было взять. Но пока идет, почему бы камень не оставить. Так, 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 так. Раз. Можно сделать два фиола. Смотрите, вот так вот делаем. Красных заряжаем потихонечку. Ну, конечно же, фиолетовые у нас заряжаются. Нельзя не отметить Шархая. Ну, смотрите, сейчас просто сдуем Килайл. Ух ты, по 400 урона. Сюда. Куда еще? Сюда. Смотрите, откисает сейчас Джунаид. Откиснет? Нет, не откис. Окей. Давайте в него кинем. В надежде, что откиснет. Ну и вот сюда, наверное. Раз. Ну, еще красных два. Прокидываем. Да и все. Победа. Второй тапок, на победе сидим. Второй тапок на победе. Ну, слушайте, в принципе, не дурно получается. В целом. В целом. Единственное, что здесь, конечно, вот это геморно получается, что долго, долго. А так, в принципе, нормально. Ну, тут шумно сейчас немного будет. Давайте далее. Сплошные хилы, что ли, здесь получаются, да? Ну, на самом деле, это не хилы. На самом деле, это усилялки. Но мы сейчас попробуем
Как тут лучше-то, наверное, вот фиолет подогнать потихоньку дальше красных. Дальше красных складываем. Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что сейчас заряжается, получается, этот Кирилл. Ну да, с Кириллом тут будет сложнее водиться. Так, ну давайте вот красный попробуем прокинуть. Здесь, в принципе, хилы-то ни на что не влияет. Единственное, для чего их поставили, это для того, чтобы, я так понял, ну чисто мое мнение, чтобы грузануть урон. Вот, и все. Только ради этого. Больше я как бы... Больше вариантов не вижу. Для... Так. Вот, соответственно. Ну, соответственно, здесь вот как бы у нас получается такая вот тема. Вот. В принципе, пробиваем. Ну и нормально. Победа. Победа должна быть за нами. Вот. Ну, если повезет. Вообще шикарно будет. Слушайте, ну дальше, в принципе, можно и попытать счастье в следующем как бы этапе. Ну, следующий этап понятно какой. Это у нас, соответственно, будет получение, ну, как бы такого необходимого бонуса. Возможно, даже зелень. Потому что есть синь. Бонус этот будет именно под срезом. Можно, конечно, Таха взять. Можно Гензеля попробовать. Чтобы он блочил, но, опять же, Мелиндер по урону может хорошо отыграть здесь. Давайте посмотрим, попробуем, опять же, я не знаю. Я не знаю. Смотрим. Давайте смотреть, как здесь у нас в моменте урона. В моменте урона, ну, кстати, Гензель неплох. Может сейчас заблочить. Центр. Хорошо. Где-нибудь сбоку бы открылось. Так, чтобы не холодно было. Зашли в пятерочку погреться чисто. Вот. Ну вот, и соответственно. Соответственно, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, здесь должно уже получиться у нас по всяким победным делам. Опять же, ну, если сейчас фиолетовые вылезет, они, в принципе, вылетают. Так, хватит. Не хватило. Чуть-чуть. Блин. Не фиолетовый. Там, в принципе. Докидываем.
Да, должно быть. Должно быть так, чтобы... Последний. Синие, красные. Давайте красных, потому что здесь очень как бы неопределенность есть такая. Хотя, опять же, протей. Может, вместо протея протей хотя бы блочит. Тибуртуса может взять. Он будет подсрезать чутка. Я просто не знаю, какого лучше взять тибуртуса. Минус 175, 7. Минус 34, давайте возьмем его. Ну, потому что протей здесь может не сыграть, на самом деле, потому что есть кто, так скажем, блоки эти снимает. Так, вот сделаем. Там, в принципе, наверное, так. Ну, слушайте, неплохо полетело. В принципе, если сейчас заберем. Давай вот этим ударим, а этим сюда дадим. Ну, там красный, конечно, не отыгрывает вообще. Вообще. Сейчас вот здесь под дедом подкатим. Так, ну, вроде вылетел красный. Не хватило чуть-чуть. Но зато сейчас... Во. Вот сейчас отхватит они по полной. Давай вот так сделаем. Как раз заряжаем шарха еще раз. Ну и там, в принципе, хил не работает. Иммунитет. Ну и красными мы добиваем. Все. Смотрите, сегодня 5 из 5 сыграли. В принципе, я считаю, что неплохо. Потому что, ну, действительно... Получается очень хороший турнир, особенно последний противник 700 очков дал. Очень редко дают такие очки. Вот. Ну и, соответственно, будем дальше пробовать. Все, всем пока.